Приветствую тебя, мужчина, это Шамшурин. Тут ты увидишь кусочек одного из тренингов моих на 100 шагов. То есть это видеопособие, в котором ты просто смотришь, как мы сами, я и мои коллеги, выполняем задания и практические упражнения тренинга, которые направлены на то, чтобы комфортно, спокойно и невозмутимо чувствовать себя при общении с девушками. Просто чтобы это было легко, как обычно, типа, здрасте, парни, есть зажигалка, спасибо. То есть это будет так же после того, как ты этот тренинг просмотришь, сделаешь задание и внедришь, наряду с другими моими материалами. И значит, мужчины при живых знакомствах очень часто косячат, хотя я вообще сторонник живых знакомств, я считаю, это классика. Они вызывают наибольшее количество эмоций у девушек. Мужчин все-таки смелых девушки любят. Это всегда приятно. И плюс для тебя, как для парня, есть огромное количество бонусов, потому что ты сразу видишь, что там за девушка, сразу слышишь ее голос, сразу чувствуешь ее запах, как она говорит, что она говорит. То есть, и, соответственно, здесь больше возможности заинтересовать ее при помощи, в том числе, и своей невербалики, то есть языка тела. И ты можешь сразу увидеть, подходит она или нет. Потому что многие сталкиваются с тем, что когда сидят в онлайне, к ним приходит девушка, похожая, там, не знаю, на непонятно что, то есть, и говорит, что ой, на фотографиях там я была там 5 лет назад. Так вот, наши мамы, кстати, с папами как-то же познакомились вживую в большинстве своем, и у них получились такие классные дети, как я, как вы. И надо отдать должное, что раньше мужчины были более смелые, чем сейчас. Так вот, мужчины часто косячат в живых знакомствах. Иногда они там боятся делать какие-то немые паузы, они иногда набрасываются резко, иногда там говорят слишком тихо. То есть вот этот тренинг об этом. То есть ты просто берешь, смотришь его и получаешь результат. И здесь в качестве примера я решил показать мой видеоответ на то, как нужно плавно подходить, не нарушая личное пространство девушки, и чтобы ты не был похож ни на пикапера, ни на какого-то парня, который там в массовом количестве знакомится с девушками, чтобы это было солидно, кем бы ты ни был, как будто бы внезапное, плавное такое, о, здравствуйте, отлично выглядите. То есть какое-то такое знакомство, которое в плане своей конверсии, конечно же, показывает намного большие результаты. Потому что часто парни задают вопрос, как плавно знакомиться, почему от меня девушки отпрыгивают? Да потому что вы на них набрасываетесь. И здесь есть вот уже в этом видео огромнейший пласт полезной информации, где вы можете увидеть пример, как вы можете познакомиться, плавно не набрасываясь. Ссылка здесь внизу, и смотрите видос. Значит, сейчас я объясню тебе, как нужно знакомиться, чтобы это не было похоже на знакомство. То есть начнем с ошибок. Что делают мужчины, какие ошибки они делают, когда сближаются. То есть обычный смертный, скажем так, человек, далекий от всего этого, как правило, он будет очень скромно это делать, как-то там на расстоянии, здрасте, там, добрый день и так далее. Ну, в зависимости от многих факторов, но зачастую это выглядит более скромно, более, скажем так, нерешительно, я бы даже сказал. Какие же ошибки делают мужчины, когда начинают выполнять вот это упражнение, подходить к девушкам? То есть некоторые в состоянии стресса, потому что у кого-то он действительно достаточно высокий, они буквально набрасываются. И то есть если девушка, ну мы сейчас не двигаемся, да, как будто бы она идет вот так, какие ошибки? Вы догоняете и делаете это со спины. Так делать не нужно. Здесь надо показать вот этот значок. Следующая ошибка, когда вы сразу врываетесь в личное пространство, очень близко подходите и говорите, что бы вы ни говорили, я говорю об ошибках именно вашей невербалики. То есть близко подходить не нужно. Должно быть какое-то социальное расстояние, желательно на расстоянии вытянутой руки. В идеале, как это делается, то есть чтобы со стороны, когда люди на вас и смотрят, если они посмотрят, чтобы у них не сложилось ощущение, что вы вообще как бы знакомитесь, ведь даже друзья, вот. Чтобы у них было ощущение, как будто вы просто идете мимо девушки, что-то ей говорите, она вам как-то улыбается или не улыбается, вот, и вы идете дальше. Поэтому еще раз, вы идете на расстоянии вытянутой руки. Я сейчас покажу на Василии, потом покажу на женщинах, собственно говоря. Вы идете, как будто бы вы шли, ну, ты можешь медленно просто, очень, как будто вы шли по своим делам, можно, да, говорите что-то, как будто бы вы просто, это даже можно, может выглядеть не как комплимент, а как будто какая-то констатация факта, что-то вы заметили. Это мы делаем из следующего упражнения, говорим, ух ты,
крутой треугольник ГЭС, там что-то еще, неважно, или там ты классно выглядишь, но при этом я как будто бы ухожу от нее, разрывая это расстояние, показывая тем самым, что я не шел знакомиться. Я шел мимо по своим делам, увидел какую-то красивую девушку, что-то ей сказал, и дальше от нее отдаляюсь. На это они лучше реагируют намного, нежели чем если ты будешь подбегать вот так вот, да, и привет, что-то делать. Во-первых, ты ее напугаешь. Во-вторых, это похоже на знакомство. Если это похоже на знакомство, у них инстинктивно включается вот эта фильтрация слабого самца. Нужно сказать, я не такая, я не знакомлюсь, я спешу и так далее. Здесь будет больше возражений. Если это какой-то формат прохожего, который что-то говорит, она что-то отвечает, он, удаляясь, еще что-то говорит, и она что-то отвечает. Потом ты... Вначале еще может даже не понять, что да. происходит. Причем ты можешь, даже если она в наушниках или в телефоне... вот так вот показать ей, что-то ей сказать, при этом удаляясь, еще что-то сказать. Если хорошая реакция, ты немножечко подтормаживаешь, поравнялся с ней, прошел буквально там несколько метров и говоришь, слушай, а давай мы притормозим, ты не могла бы остановиться, давай остановимся на 5 секунд, мне просто в другую сторону, я тебе пару слов скажу. Дальше уже отдельная история, что там будет по поводу работы с возражениями, при их наличии и на ключевое. Ты очень плавно туда встраиваешься, как будто бы ты не планировал знакомиться и такой, типа, ну, раз уж мы разговорились, давай парой слов обменяемся. Это один момент. Если девушка идет навстречу, что делать в этом случае? То есть какие ошибки? Да, очень медленно, Вася. То есть ошибки такие. Вы сразу прерывая, преграждаете ей путь. То есть вы как будто накидываете. Некоторые даже проходят в это время в ноги. То есть сразу включают режим борца. Преграждать путь не нужно. Чем девушка быстрее идет навстречу, тем более заранее вы просто останавливаетесь. Давай, Вась. Привет. И какой-то комплимент. Далее мы будем делать следующее упражнение на развитие общения и коммуникации. То есть это упражнение горлом. Там будет понятно, что можно обойтись без привета и комплимента. То есть можно... У нас такое музыкальное сопровождение сейчас замечательное. Поэтому, значит, если она идет и в наушниках, и в телефоне, вы скажете, такое же слишком просто, когда она идет просто и смотрит на вас. И в маске. Не надо пытаться... Да, и в каске. Не надо пытаться ориентироваться только на пойманный или не пойманный ай-контакт. То есть некоторые думают, что если есть какой-то ай-контакт, значит, можно продолжать, типа, уже есть какой-то смысл развития этой ситуации. Если там этого контакта нету, значит, допустим, все, ситуация проиграна. Создайте этот контакт. Представьте себе, что это идет человек, который должен вам большую сумму денег, а вам нечего кушать. И вы такие думаете, когда же я его встречу и спрошу, когда он мне их отдаст. И он идет. Наверняка в этот момент у вас не будет возникать вопросов, а как мне правильно или технично или тактично этого человека привлечь к себе, потому что здесь вопрос будет только один. О, или это какой-то ваш одноклассник или там детская подруга какая-то давняя, когда, соответственно, вы ее там 10 лет не видели, и тут такое Людка, там, не знаю, Сашка, Машка, Васька, привет. Вряд ли вы будете задаваться вопросом, как мне подойти, чтобы этого человека не вспугнуть. Здесь вопрос только в вашем отношении к этому процессу. Если на лавочке то же самое, она, например, сидит на картах и в телефоне, вы можете сделать вот так вот. Привет, у тебя очень серьезное лицо сегодня. Но вы двигаетесь параллельно, как бы общаясь с ней, показывая своим движением непривязанность к результату. Это очень важно. Сейчас мы все то же самое попробуем вам продемонстрировать на девушках без долгого общения. Именно вопросы открыть. Как открыть? Если вы научитесь делать это так, очень плавно, очень нативно, очень естественно, без напрыгиваний, без каких-то там резких движений. Ну, там интересное что-то, да. В шортах. То будет, будет вам счастье, потому что конверсия какая-то в хорошую реакцию будет значительно выше, чем если вы будете это делать как какие-то оголделые. За этим очень важно и внимательно нужно последить. Особенно это касается взрослых, ну, адекватных, солидных мужчин. Итак, поехали показывать это на девушках. Я что-то даже не знаю, на кого, на этих двух мужиков смотреть или на себя. Вы круто выглядите, кстати.